Хочу показать вам, как можно приготовить домашний холодец из говядины и курицы, чтобы он был прозрачный и вкусный, он отлично застывает, на празднике то, что нужно. Смотрим. Голяшка говяжья – это нижняя часть ноги говяжьей туши, содержащая крепления и сухожилия. Чаще всего холодец говяжий готовят именно из говяжьей голяшки по причине большого количества мяса и насыщенного и концентрированного клейкими веществами бульона из него. Долгое томление мяса на слабом огне помогает бульону отлично застыть и держать форму. А какой превосходный вкус имеет такой холодец, обязательно попробуйте приготовить по моему рецепту. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Итак, для холодца нужна говяжья голяшка, можно брать как нижнюю, так и верхнюю часть, одна курица и специи, вымойте все мясо и приступим. Положите все мясо в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения, проварите мясо несколько минут, можно чуть дольше. Теперь слейте полностью всю воду, вымойте кастрюлю и мясо. Залейте повторно мясо чистой фильтрованной водой, доведите до кипения, убавьте максимально огонь и томите мясо под крышкой 5 часов, обязательно снимайте пенку и лишний жир, тогда холодец будет прозрачным. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. За час до окончания варки положите лук, морковь, специи и соль. Удалите специи из бульона. Достаньте лук и морковь, ее можно использовать для украшения холодца. На дно формы положите зелень, морковь. Сверху кусочки говядины и курицы. Залейте бульоном и уберите в холод на ночь, утром переверните форму на плоскую тарелочку и готово. Чтобы холодец быстро отошел от стенок формы, ее пару секунд подержите над паром. Можно оформить холодец и другим способом, без переворачивания, для этого положите на дно тарелочки мясо, а сверху зелень и морковь. Залейте прозрачным бульоном и уберите в холод на ночь. Мой холодец застыл уже через 2 часа, благодаря тонкому слою мяса, он отлично держит форму, я просто перевернула его на блюдо и он легко отстал от формы, с наступающим. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Продукты и их количество, далее. Говяжья голень, 1,5-2 кг. Курица, 1 штука. Лук, 1 штука. Морковь, 1 штука. Петрушка, 1 пучок, для украшения. Соль, перец горошком, по вкусу. Лавровый лист, 2 штуки. Количество порций, 8-10. Не останься равнодушным. Вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Удачи!